Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Magic 2014, пятый мир, третий бой, канализационная сеть. Внезапно. Битва с канализацией, там же черепашки-ниндзя. Да ладно. Посмотрим, каких черепашек нам преподнесет канализация этой равники. Куча всякого приятного, но ни одного существа. Как тут играть? Давайте попробуем, вдруг что-то выйдет. Кроме печальки. Ну-ка, ну-ка. Чем же ответит канализационная сеть? Черная колода. Черно-зеленая. Конечно, крысы. 1-1. Ну, это простые крысы. Вот что угодно, а существ-то и нету. Сейчас еще будет 1000 крыс. Ну да, вначале просто куснут нас крысы, это плохо. Еще какие-нибудь крысы, которые усиливают крыс, выйдут. Ну-ка. Это уже другое. Когда прожорливые крысы выходят на поле битвы, целевой оппонент сбрасывает карту. Это мы сбрасываем карту. Понятно, что мы, а кто же еще? Что мы сбросим? Блин. Ну давайте, что я знаю. Жалко, набег хорошая штука. Ну сбрасываем. Так, еще земля и ни одного существа по-прежнему. Ой-ой-ой. Теперь нас два раза куснут. И еще какую-нибудь пакость выкладут. Ой, да что вы. Неужели атака? Две крыски атакуют. И еще какие-то крысы. Беспощадные крысы. Получают +1/+1 за каждое другое существо на поле битвы с именем беспощадные крысы. В колоде может быть неограниченное количество карт с именем беспощадные крысы. О-о-оу. И они сами по себе и так 2-2. Ой-ой-ой. Ой. Ага, вот это другое дело. Так, мрачная вдова. Выводим. И что? И, конечно, уничтожаем беспощадных крыс. Ну вот. Так, лучше стало. К сожалению, она может блокировать только существа с полетом. Так, и он будет атаковать, естественно, крысами. Мы их не можем заблокировать. И выводит еще, наверное, беспощадных крыс, ну, по-любому. У него их там еще штуки две точно есть. Как бы вариантов немного. Давайте их удалять, ну, потому что иначе никак. Так, блокировать он не может, и мы давайте тоже его продамажим. А что? Чем мы хуже? Так, ну что еще? Еще одна земля, и у него три карты, которые... Неужели все три есть те самые крысы? Которые беспощадные. Тут мы опять не блокируем, нечем. И еще одни беспощадные крысы. Но их может быть бесконечно... Ну, вернее, сколько угодно в колоде. Это плохо. 5. Этого мало, а этого нормально. Так, что-то надо вначале с крысами этими беспощадными делать. А именно давить их. Вот. Теперь атаковать. Хорошо. Ну теперь нам нечем этих самых беспощадных крыс-то душить. Все наши заклинания типа охоты на слабых кончились. Ну, блокировать мы, понятно, не можем. Но он оставляет одно существо на блок и выводит еще одни беспощадные крысы. Ах ты, какой хитрый. Ахахаха. Вот свезло так свезло. Да, надо добивать беспощадных крыс. Иначе мы можем просто проиграть. Если он начнет их продуцировать в несметных количествах. Пожалуйста, атакуем. Давай, защищайся крысой. Блокируй.
Да и хорошо. Все лучше, чем меньше. Ну, меньше нам дамага будет приходить от его крыс. Так, у него одна карта, и это как раз те самые беспощадные крысы. Надеюсь, теперь ему будут земли только приходить. Или могут еще приходить беспощадные крысы. В общем, кошмар какой-то. Так, что мы тут? Ну, давайте, наверное... Что мы можем сделать? Увеличение. И атакуем с увеличением. Увеличение — хорошая штука. Это означает, что у нас есть пробивной удар. Ну, вот, предположим, он заблокирует. Так ему придет 10 сверх того, что уничтожено существо будет. А если еще с этим, то, конечно, ему меньше придет, но он уничтожит крысы. Думаю, он не будет блокировать этими беспощадными крысами. Хотя посмотрим. Да, а, блокирует. Ну и хорошо. Если ему сейчас тупо будет приходить земелька, это будет здорово. Нет, ему теперь будут тупо приходить беспощадные крысы. Ну ничего. У нас вон тоже существо появляется, а у него-то всего 5 осталось, так что будем потихоньку коцать. Вот мы сейчас атакуем. Ну, если он не заблокирует, у него останется единичка. Поэтому его беспощадные крысы идут в блок. Естественно. Ну, я так подозреваю, там вся колода в беспощадных крысах. Так. 6 на 7. Чистки терновника. Ну, оставим, в принципе, что землю его убивать смысла особо нет. Вдруг какая-нибудь у него будет чара накинута, так что пусть лежит. Атакуем всем, естественно. Понятно, он будет блокировать эту. Но 3 дамага пройдет. Пройдет. Значит, мы все делаем правильно и успешно, я даже думаю. Следующий ход мы выигрываем, если он что-то уж такое радикальное не предпримет. Ну, то есть, может, что-то такое неожиданное выпасть у него там из колоды. А ничего неожиданного, это еще раз очередные крысы. И, в общем, я думаю, это выигрыш, потому что он сейчас может заблокировать только одно существо. Наше второе существо по-любому уничтожает его. А мы можем еще вот и орду Гарука вывести. Вообще здорово. Есть чем блокировать. Ололо! Ну что ж, думаю, канализационную сеть мы прошли как-то так. Правда, там не было черепашек ниндзя, зато было слишком много крыс. Этих сплинтеров. Хе-хе. Ну, какая была картинка красивая. Значит что, 3-й бой 5-го мира мы прошли. Канализационная сеть. Да, вот так. Спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!